Сегодня спать не хочется, да, после таких песен? Не хочется. Ну, если что, можно. Ну, так, незаметно. Минут на пять. Потом опять включайтесь, нормально. Продолжаем. У нас теперь волгоградские у нас отработали. Теперь у нас московские включаются. Москва начинала, и Москва заканчивает быть. Тогда я приглашаю Павла. Никогда не хлопали. Том, на самом деле, очень сильно ободрился, когда увидел все лица. Вот эти знакомые такие прям до сердца, прям до боли. Вот, и... Уже очень много для себя услышал, потому что, когда мы говорим там про служение, знаете, человек в наших глазах порой это, ну, пастор, служитель, то есть, ну, понравилась мысль вот Руслана, которая говорила о служении, то есть пойти огород скопать, там, помочь кому-то. Я примерно вот так нахожусь в служении, то есть я мало говорю, проповедую, но как бы видя, когда кому-то надо помощь, стараюсь помочь. Вот, и, ну, как бы, таким служителям, как я, Бог тоже, в принципе, говорит также через это же слово. И последнее, ну, то, что Бог мне говорил, вы это все знаете, ну, пророчество об Иисусе Христе, оно из 42 главы Исаии. Я прочитаю сначала. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит суд народом суд, не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не преломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда». И на закон его будут уповать острова. Так говорит Господь Бог. Вот этот Господь Бог, который дьявола сотворил, ну, то есть так устроил у него все в голове. Сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников. Ну вот до этого места. И, ну, здесь пророк Исаия, он говорит об Иисусе Христе, о, ну, единственном Сыне, да, Бога, вот, Творца, который, в принципе, дальше мы знаем, он пострадал, умер за кресте за наши грехи. И, ну, то есть, и меня тоже он искупил когда-то, когда умирал я от греха. Вот, и, ну, какую я мысль хотел просто оставить, что, ну, наверняка вы тоже все так же это понимаете, но просто, не знаю, мне Бог вот так говорил. Иисус Христос, он как эталон, да, когда он ходил по земле, вот он, в Евангелии мы читаем, очень много знаем, да, о нем. То есть, мне Бог показывает, что просто это пример того, как я должен, ну, двигаться здесь на земле, смотря на него, ну, беря именно с него пример. Вот. И, ну, не просто чтобы быть там сыном Бога и таким быть крутым там или каким-то. Вот. А здесь как бы Бог избрал Христа, и вот он его отправил, да, ну, на крест, чтобы он воскрес, потом искупил нас. Вот. Для, ну, Иисус ходил, в общем, для того, чтобы в 6 стихе я. А, в 7 стихе вот я увидел, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Ну, то есть он показал пример, собственно говоря, чем заниматься нам на этой земле, что нам делать. Вот, и, ну, очень я рад, то, что у вас есть служение, то, что есть люди вот новенькие, потому что, ну, не будет новых людей, не будет нуждающихся, мы будем друг друга есть. Просто из-за того, что мы там порой умные очень, или там, ну, не знаю, может, понимаете, кто-то не понимает. Вот, и, ну, мне Бог вот такие вещи говорит в последнее время, и делюсь ими с вами. Спасибо.